Учебный год подошел к концу, заканчивается период экзаменов, и сотрудники образовательных учреждений традиционно летом идут в отпуск. Самое время проверить свое здоровье. И очень здорово, что во многих парках Москвы открылись павильоны «Здоровая Москва», в которых можно быстро и качественно провести полный, как сейчас модно говорить, чекап организма и узнать о себе что-то новое, что, возможно, не знал до этого. Смотрите прямо. Я посетил терапевта, сделал полный анализ организма своего, сдал кровь. Все это можно сделать за час, прогуливаясь по парку. Зашел, сделал. Очень удобно. Хотел поблагодарить врачей. Вот я с сегодняшнего дня в отпуске. Теперь проверил здоровье, можно спокойно ехать в отпуск, отдыхать. Глаза закрывайте. Мы рады приветствовать вас и видеть в павильонах «Здоровая Москва», где вы можете пройти диспансеризацию, а также углубленную диспансеризацию для лиц, переболевших COVID-19. Дышать можно? Да, дышите, дышите спокойно. Мы работаем для вас с 8 утра до 8 вечера, каждый день без выходных. Располагаемся мы в парке «Мещерский лес». Будем рады вас видеть.